Надо ей такую тачку, чтобы она перевернулась бы, понял, поправила ей. А что, подожди, он же большой очень. Ну да, охуенный. Надо начинать так... сразу с больших, нет? Ну, я, конечно, люблю большие, но... Но Мерседес это уже хорошо. А почему именно Мерин? В смысле? Почему именно Мерседес? Потому что мне просто нравится. Просто всегда хотела. Просто всегда очень хотела себе купить именно Мерседес. Именно. А у тебя это первая машина будет? Да. О-о-о, ну тогда здесь надо запомнить, первая машина всегда бьется. Ты должна, ну, понимать это. Даже надо взять такую. Бэушную. Ну, по-любому. Надо взять такую машину, которая тебе будет не жалко, во-первых. Во-вторых, которая по запчастям не будет в дефиците. И третье, то, что, ну, ты понимаешь, и какой цвет хочешь? Ну, эта машина не подойдет тебе. Не подойдет, почему не подойдет? Ну, она, блядь, как будто, она знаешь... с подсветкой. Бля, ну, охуительно, она за хлебом ездит, по кайфу. А ты, прикинь, ночью выскакиваешь с музыкой. Напиши GLE купе. Левик, а кто тебе 200-й скидывал? Кто тебе 200-й скидывал? Я не помню, я что помню, они тут накидали свинку. Посмотри, что они мне кидают, они кидают вот это. Свинка Пеппа с семьей на машине, 800 рублей на Авито. Бля, я тебе скажу, автомобиль неплохой, но на нем не сможешь передвигаться с всем составом, знаешь? Каким всем составом? С братвой, прикинь. У меня нет семьи такой. Я понимаю, но друзья же есть, на хиппи же есть. Будешь ехать, прикинь, на ней приедешь, скажешь, красный блядский цвет нельзя. Это такой серьезный цвет нужен. Стоп, красный-то блядский, то есть не красный не беру, правильно? Да, красный по-любому не берем. Тебе нужен белый. О, я тебе подобрал машину. Jaguar F-Type R. Единственный в своем экземпляре стоит в Сочи. Водитель лучший просто, один хозяин. Я тебе говорю, неутопленный. Состояние идеальное, кардан на месте. Всегда гараж, дом, работа. Гараж, дом, работа. Сейчас я тебе скину. Это стил, что ли? Что за стил? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот смотри, как первый вариант. GLC купе вот сейчас мне скидывает. Охуительная машина. Бля, вот это станок именно. Вот это автомобиль. Подожди, а по-моему, она про Егор, про который ты говоришь, он должен быть... красный, нет? Посмотри на нее. Просто. Смотри, это как GLE купе, но мини, типа, знаешь. Угу. Состояние. Я не знаю, хуй знает, салон? Салон нравится. Салон нравится? Mm-mm. Вот да, я вот про то же салон какой-то хуёвый. Я хочу нет? сплошную панель. Тогда тебе нужна новее уже, знаешь, это следующая. Это, по-моему, 2019 года как раз начинание. Это нет? Лучше меня шаришь машину. Можешь подобрать мне машину? Какой приятный комплимент. А почему все пишут про парадич? Она же хочет, пацаны, более-не-менее, понял, высокую машину. У него она, да, блядь, еще повыше. Такая, понял, ей повыше надо. Ну, да я часто буду все тротуары шибать. В основном, просто... какая тебе машина именно... Вот есть же, знаешь, вот ты приходишь в кафе или в ресторан, да, к слову. Угу. И вот сидишь, там пьешь кофе. Там любишь кофе? Да, люблю кофе. Вот, охуительно, люблю кофе. И вот была такая машина, которая подъехала, и ты вот смотрела на ее кофе, приятного кофе пить. И ты вот смотришь и говоришь, блядь, хочу себе вот такую машину. У тебя была такая? Да. И какая же это была машина? Ну, Гелендваген за 15 лямов. Нихуя себе, слышь, нихуёво хочешь, блядь. Не, ну гелик, блядь, гелик не то. Если ты гелик... спросил, я ответила. Хорошо, а помимо гелика, блядь, я только такие, ну, что-нибудь такое есть экономное? Так нет, вот я говорю, вот кроссовер смотрела 2019 года. Я знаю, давай гелик тебе с Дагестана купим. Какой, покажи. Гелик, пиши в поиске, давай, сейчас тебя научу, заходишь в Авито, давай. Let's go on. Авито, гелик с Дагестана 98 года. Ты какого года рождения? Я прям так, я до 2000-го. Все, как раз вы будете вместе расти. Блин, это классно. Это охуительно, прикинь. Будьте вместе. Авито, гелик. Гелик Дагестан. А, дальше. Ты вот так гуглишь, да, машину, типа, когда хочешь найти? Ты на каких газах? Авито, гелик, Дагестан, напиши роддом, где он? Да, блядь, зайди в Авито. Зайди в Авито, какой роддом, блядь, просто в Авито зайди, сейчас выскочат пацаны наши. Во, делаешь, смотри. Ты что-то так из Грузии, Дагестана или из Сочи? Но тебе нужна горячая машина, знаешь, чтобы ты в ней себя чувствовал охуительно, комфортно, защищенный. Прикинь, да, на грузинских номерах. Да, я хочу только гла... Ты считаешь, что это очень защищенно будет? Пиздец, бля, что ты понимала, я когда в Сочи заехал, у меня машину люди обходили. Давай лучше тогда уже Дагестан, чтобы точно обходили. А регион-то, у тебя прописка какая? Давай лучше Чечня, чтобы точно обходили. Какая у тебя прописка? Москва. У тебя московский регион будет, сейчас же новый закон в России. Типа, уже как 2-3 года, когда ты на себя переоформляешь, ставится регион, ну, того города, слушай, где ты зарядно. Слушай, а Москву не обходят, да, стороной? Не работает это. Не так пафосно. Не. Московский, тбилисский. Ирина, женись, пацаны, я занят, у меня CLS. Бля, ты видел, какой я себе CLS сделал, 63-й, разъебусь нет, на нем скоро. Нет, показывай. Фу, не надо, блядь. Зачем? Поправит, бля. Ой, блин. На красном салоне, знаешь, на блядском. Смотри, давай, заходишь. Давай, показывай. Вон, видишь, транспорт слева. Ща. Давай сперва тебе тачку подберем, потом повыебусь. Заходишь, Мерседес, третий.
Третий столбец. О, делаешь. Бэмс. Зашла. Так. G-класс. G-класс 670, который. Вот, сюда заходишь. Бэмс. Бэмс. И справа во всех регионах. Вот, смотри, 2004. Посмотри, какие машины, бля. Вот они, гелики. Посмотри. Капец, это я, блин, ну... Ой, так не бывает, мадемуазель, блядь, ты хочешь конфетку съесть, и, ну, это, ну, ладно, да, дальше да, не будем. Ну да, да, я согласна, я согласна. Охуй, Витам, ты прикинь, как ты на нем будешь ездить, блядь. Нет? Как но раз мы буду... в Москву приедешь, приедем, блядь, и дашь погонять там, в аренду дашь? Иу, посмотри, какие фары, ну, фары, какие глазища. Согласись, ублюдские. Да? Очень. Нет, ужасные, в смысле, блядь, наоборот. Колхоз, наоборот, ебал, ведро. Ты чё? То есть ты хочешь сказать, в принципе, не колхоз покупать себе гелик 2000 года? Нет. Ради того, чтобы это был просто гелик? Смотри, смотри, Вацок. Это получается, ты платишь, знаешь, за что? За что? Понт. Просто за понт. Ну, так я типа говорю. Типа похуй, ты забываешь, что такое комфорт. Смотри, вот так вот, чисто. Всё, прикинь, какие треки будешь слушать, честно скажи. Вот один трек сразу, который просто на ум тебе приходит, сразу, сразу. Wednesday вот у меня играет. Не, вот этот трек максимум тебя, блядь, не. Так, хорошо, не хорошо. Не, надо вот придумать, с этими подожди, треками подожди. В гелике. Вот с такими треками только на Матизе сможешь ездить. Ну, а если шутки шутками, смотри. Вот этот, который ты хотела с прямой торпедой. Вот я тебе скинул ссылку, посмотри. Типа гелик ты можешь за 4 ляма взять нормальный, ну, собранный. Прости, я тебя не слышала, я просто погрузилась, я уже, ну... Все нормально, ты уже на гелике, нет, ехала? Материализовывала, да, я уже, типа, я уже чувствовала, как я еду, я уже такая сижу, вот эта кожа. Как тебе вот эта машина? Мне нравится. Посмотри ее салон. Блин, опять. Ну, а здесь уже по-другому не может быть, именно ценовой диапазон такой. Воу-воу-воу, юпи-йо-юпи-е, так это новая, наверное, а, подожди, это как... Это нормально, это завтрашнее. Пробег похуй, Мерседес, а она миллионник ездит. Штерн. Да не, Вась, какой я ML по-братски. Надо ей такую тачку, чтобы она перевернулась бы, понял, поправила ей. Чего? Я сейчас услышу. Да? Не, ну да? Типа, это охуенно. Не, это ML хуйня. О, давай, не, на самом деле, X5 я возьмем тебе. Если без рофлов, я думаю о том, чтобы взять себе машину какую-нибудь за 50 тысяч, покрасить вот какую-нибудь такую жигу. Покрасить ее в розовенький. Их и есть да такая. Да не, типа... какая жига, бля. Давай в натуре тебе X5 возьмем. Мне нравится, ну типа так. Ты понимаешь, ты на харизме будешь. Если ты прочувствуешь BMW, то ты на всех машинах будешь хорошо ездить. BMW все равно это, блядь, неубиваемая, знаешь, классика. А ладно, я зайду сейчас BMW. Возьми BMW X5, F15 кузов ей полностью подойдет, пацаны, отвечаю. Нифига у нее кардан. Кардан, главное, чтобы не отъебнул бы, нет? Не-не, ты эту хуйню не смотри стоковую, это уебище. У нас, блядь, сколько? 3,5 лямов. 4 найдешь, похуй. Долгонешься. Если что, у Сэма возьмешь долг, я тоже взял. Алис, тише. Слышишь? Да-да, я у Сэма взял, отвечаю. Я у него полляма взял. У него деньги есть, можем у него взять. Сэм, а может быть ты мне подарок сделаешь на 8 мая? Не, он не, он подарки не делает, он у нас такой, знаешь, ну, дорогая проститутка у нас. Ну, так. Он мне под процент дал, по 10%. Не, поставь ты... до 18. Вот, мне не нравится он? Но нравится. Это уебищный. Это уебищный. Но его собрать белый, сможем. Белый, благородный. Посмотри, какой красивый. Представь, как ты в нем виднеться будешь. Нет? Салон белый. Даже? Прикинь, каких телок ты в нем возить будешь, нет? Прикинь, может, в тиндере, блядь. На голоде. А, бля, я забыл. Ну да, тоже вариант. Посмотри, блядь. Кожа, рожа. Ай, уй, CD, DVD, не перви, так, блядь. Хорошо, полный 19-й фарш. Год, 100 тысяч пробега. Похуй, новая. Чё, какое мнение? Похуй, охуительная машина. Берем, звони. Скажи Олегу, звоню? Я девушка, давай за 4500. Звоню? Звони, похуй. Скажи привет, да я ладно. Девушка. Прям напрямую, ну, так и скажи. Поздно. Да похуй, бля, у машины время 10, люди только проспаются в это время. Ты серьезно? Давай ты позвонишь? Я? Я в Грузии. Ну. Я не смогу позвонить. Он мой номер увидит, сразу бросит. Он подумает, что у него отжать захотят машину. Так, но он 19-го года. Ну, завтрашняя машина. 3 года всего лишь, 4. 5. Давай CLS тебе продам, слышь, свой. Поправит 63-й на красном салоне. То есть ты только что купил его, сам сказал. Ты уже побил его? Не, никогда-то, урод, ебал, не битая ни разу. Тише. Вот эту? Бля, буду. 4 ляма. Вот эту? Да, 4 ляма, чё за бабки, блядь. Так, подожди, ну видишь, это... Сейчас, секунду. Бля, по-любому надо вот эту GLA-63. Прикинь, брат, как она будет на нём виднеться, блядь. Купить... чел. Купе... Я впервые вижу, что так машины смотрят, того рода, гигант, бля. Ну да. Ох, вот, Джеткару напиши еще по сотрудничеству, может они тебя слышат, там сделают чуть, нет, скидку. Как тебе? Салон посмотри.
2000 рублей? Да, да, мне не жалко, я знаю, что, наверное, ты удивлена. Блин, да, мне не жалко. Да, я мне... Честно, мне кажется, да, это перебор. Я тебя балую, все нормально. Да, 2000, но... бля, да нормально. Нет, слишком мне балуешь. Да, не надо, да, хватит, но... что ты, бля, мне не жалко. Ну, Ренат, я не знаю, мне таких подарков еще не делали. Да ладно, 2000, что за хуй, бабки, нормально все. Делаешь, делаешь. Вот это давай купим, вот это. Я тебе еще вонючку подарю со вкусом, это, Дольче Габбана, знаешь, охуитель. Давай, давай, да. Я вообще еще хвою люблю. Хвою? Бля, я больше да. Ох, ладно. Я по елкам. Даже? Прикинь, вот тебе еще кто-то тачку подарит, поправите? Такое маловероятно. Почему? Блин, мне папа обещал на 18 лет. А, тебе сейчас сколько? У меня 22. Давай номер, давай номер папы. Сейчас будем базарить с ним, скажем, братуха, ты на массу кинул и не купил. И на бабки его поставим, как тебе вариант? А ты еще скажи сразу, что ты из Грузии. О, нет. Делаем. И что в доле? Ну да. Сколько сможем взять? Я тебе кидаю тогда номер. Лям сможем где-то забрать? Еще я тебе 1100 дам. Чего? А. Типа, если я тебе докину или что? Нет, смотри, ты же мне тему даешь. Правильно? Ну. Типа на лям. Ну. И я тебе оттуда 100 тысяч дам чисто за цинк, потому что ты мне цинканула номер. Сейчас типа подельника будем с тобой. Под 5%. Вот, вот смотрите, вот Самвел. Привет. Катя, ты знала то, что мой брат в розыске? Нет. Мой брат в розыске. Ну что? Короче, тема есть на лям, брат, слышишь? Короче, один мужик, брат, понял? Взрослый. Короче, пообещал своей... Нахуй ты... Подожди, стой, сейчас нахуй все тишину словили. Да, делай. Короче, мы приедем в Москву. Ага, и соберем ей машину, нет, найдем? Один день выберем и твою машину купим тебе, слышишь? Какой-то розовый пазик тебе купим, слышишь? Я 2000, прикинь, гривану, брат, как тебе вопрос такой? А ты мне не хочешь, сука, долг вернуть, блядь? Блядь, Кать, нахуй ты напомнила ему? Ты должен, сколько сейчас должен? А, немного. Хуйню там. $3000, ну. Я ему тихо. Вот, смотри, вот Саня продает. Звони ему. О, Катя. Ты же знаешь, что мы мошенники. Ой, осуждаю. Смотри, звонишь прямо сейчас. Ты уже наговорил тут себе на статью. Нормально, нормально, нормально все. 159-я, блядь. Делаем. Смотри, звонишь сейчас Саше. Я пишу Бродевичу сразу. Типа, Саш, я девочка. Я пишу, я девочка. Уже не так, уже не так. Уже неправильно. Нет, не сработает. Катя, смотри. Прямо сейчас пишем перед фактом. Вот так говоришь. Скажешь, короче, мне срочно нужна тачка. Я тебе дам 2 ляма, а лям 400 через неделю, прикинь. И в этот момент чипс. И с Москвы пропадаешь на неделю. И куда попаду-то? В Грузию приезжай ко мне, похуй, потом вместе в Москву приедем. Рина. Да подожди, на неделю, что, через неделю он такой. Он забудет, он забудет, он забудет. Рина. Да, конечно. Давайте Ягуар, Сэм. Давай твой Ягуар ей дадим, брат, реально. Она хуй такую машину найдет, брат. Я там, понимаю, что она 5 лямов стоит. Купит, отдай, брат. Ей за 3 спуска, ну, отдай за 4 брат, ей. Бюджет не подходит. Ну отдай за 4 ей, потом вернет бабки. А у тебя 4 миллиона есть, Катюх? Так ты же, она же перевертыш и утопленная, нафиг она мне нужна? Чего нахуй, кто тебе такое сказал тебе? Я это знаю. Откуда ты это знаешь? Сука, ебанатый, вы так дорофлили, что я уже реально машину не буду продать за вас. Потом, сука, потом черти мне говорят, какого хуя ты не можешь Егора подать 4 месяца, блядь. Полгода, блядь, Егор подается. Почему, блядь? Катя, можешь, пожалуйста, разгадать инфу, откуда у тебя, откуда ты знаешь, что у него машина? Не верь мошеннику, написали чат. Так это они, это не про нас. Мы уже, это в прошлом, Катя, Катя, это в прошлом. Мы начали жить с нового листа. Что ты понимала бы. Нет, это правда или неправда про мошенника? Это неправда, неправда, у нас такого Егора нету нигде. Что ты понимал, такой был только у него и Шахрухана? Такого Егора, который переплыл море черное, такого не было, только у меня он. Что там салон хуёвый, понял? ГЛЦ купе, она хочет с белым салоном нету, блядь. ГЛЕ купе дорогой, понял? Который она хочет 19-23, там, блядь, цена от 6 лямов, понял? Да, проще, наверное, ЕЦ-шку купить, брат, и всё обычную, двухлитровую, и всё. Не? А чё? А нахуя что-то выдумывать? Бля, цела вообще, вот, бля, Катя, ты, бля, у тебя харизма тогда не будет на этом. Посмотри на нее, блядь. Это на выродок. Нее? Бля, это выродок, а не машина, посмотри. А почему выродок? Ну, тебе нравится она? Посмотри, блядь, ну это урод, нахуй, это, бля, фу. Ну нахуй. Подожди, а 2000 года гелик Катюш. Это бля, хуй знает, купи у Рафана BMW, он продавать скоро будет. Да, уже она BMW не хочет, брат, тоже, прикинь, она именно Mercedes хочет. Она говорит, хочу. Потому что Мерседес, он, ну, дорогой, понимаешь? На Мерседесе, вот, Кать, смотри, я всю жизнь водил BMW, правильно? Uh-huh. На BMW ты себя чувствуешь, блядь, такой, знаешь, ну, на газах. А вот Мерин тебя успокаивает, ты уже, блядь, не тот левел, знаешь, ты, блядь, как пахан двигаешься, жизнь. Вот так а момент. Как мне нужно, как пахан двигаться? Конечно, бля, посмотри на себя, блядь, ты симпатичная, красивая девочка, молодая, блядь, какая BMW, нахуй? Ты проебешь все, нахуй, понимаешь? Хорошо.
Да. Хорошо, тачка, чтобы клеить мальчиков. Вот просто сразу беру. Какая? Бля, тогда тебе придется не тонированно ездить, слышишь? Ягуар. Ягуар. По-любому. Вот сам только по мальчикам. У меня у папы Ягуар. Реально? Да. У папы Ягуар был? Какой? Я не помню. Нихуя у тебя, блядь, пахан шарит. Пахан у тебя не позер, знаешь, но не на, ну, не там, не эмки покупает себе. Синди пишет, отдам 4,5. Блядь, Кать, быстрее надо покупать, слышишь? Синди уже хочет купить. Не, Синди, я уже обещал ей, поэтому... Синди, там уже не обессуй, мы уже обещнулись. Ладно, кидаю больше, чтобы точно, чтобы она не купила. Давай, 4,500. Давай 4,600. Забираю. 4,502. Не, 2000 сверху хватит, да, так много. А, подожди, еще 2000 от... Ну там знаешь, какая хуйня? В багажнике много соли морской. Откуда хуй знает, блядь? Да? Но самое главное, соль такая, что в нос не наебывала. Да поеб, мы почти ее продали, блядь. А, блядь, я антипродажу сейчас делаю. Ну, типа, что понял, чтобы клиентов отпугнуть, а потом припугнуть, жесть. Вот смотри, Катя, вот ты же девочка, правильно? Вот смотри, ну. Представим ситуацию, ты сидишь в ресторане, и приезжает парень вот на таком Ягуаре. Вот посмотри. Прикинь, вот, на Ягуаре. Да, цени в голове, сколько у тебя? Цени в голове. Охуеют. Там даже Синди пишет, бля, да мой Порш хуй сосет у Ягуара. Вот да, так и было. Вот, да. Пишет Синди сейчас вот. Ух, ебать, тачка ГЛБ. А что так дешево? А, это лизинг. ГЛБ, брат, это параша, брат. Это да. Такой не покупаешь. Короче, чтобы ты понимала, блядь. Просто, как... Кать, единственный минус. Единственный минус у этого автомобиля. Вот он, сука, слишком, ну, как, знаешь, как друг, преданный друг. Он не продается, блядь. Ну, я его все ебал. Это как не хочет, сука, уходить, блядь, из семьи. Я его рот ебал. Такой преданный, да? О, смотри, Кать, люди в чате пишут, как бы Катя на Ягуаре 5-литровом смотрелась, пиздец. Пишут. Да, прикинь. Да, прикинь. Никто так пишет. Все пишут. Знаешь, что удобно? Я его, короче, как гроб хочу, типа, ну, чтобы когда я сдохну, в нем меня похоронят. Тебе, слушай, ну, тогда не очень как-то прикольно звучит. Как маркетинговый вход, конечно, прикольно, но как будто бы не совсем это... В заводском окрасе, а детелина, короче, от химчищина, она стоит, она просто в гараже стоит. Ну, я сейчас правда, она не ездит, Катя, без рофлов. Ну, я посмотри, на ней езжу специально. Посмотри по сравнению, блядь, прикинь, по Москве вот так будешь ехать. Она ездить, заводская, охуеть. Я на ней ничего чисто не говорил. Чисто по Патрикам, такая... Бля, по Патрикам, прикинь, на выхлопе. Выхлоп заводской, все заводское вообще стоит. То есть, ну, машина такая была, поняли? Такая. У тебя же пленка? Это пленка красная? Пленка, короче, днем она красная, такая алая. Ночью оранжевая. Блин. Ночью оранжевая, она переливается огнем. Вот. А почему продаешь? Потому что я хочу землю купить, слушай. А потом уже надо продлевать. Ага, а там, падение сколько стоит? По хуйне там. Ты если его приютишь у себя на хате, то он у тебя жить будет всю жизнь. Да, и хавать много тоже не хавать. Ой, Рафшан, здорово, брат. Всем привет. Сэм, ты еще продаешь Ягуар за 4,5? Что, блядь, надумал? Не, брат. Уже все, брат, уже Катя, брат, не успел. В смысле, кто? Катюхе обещал, брат, но я не знаю, но мне не... Я и брату не могу отказать, ты понял? Рафшан. В смысле, Катюхе обещал? Сори, я уже залог внесла. В смысле, серьезно? Уже да. Блядь, да, на 300 тысяч кинуло мне сейчас, короче, на карту. И хочет, чтобы я, короче, ее пригнал в Москву. Ладно, давай, блядь, 4,6, хорошо. Мы даже договорились, то, что Ренат будет мне в течение месяца парковать ее. 4,7. Рафшан, брат, ну ты 4,750. Же понимаешь, что я тебе... Что? Ну, Кать, ну... Кать, это не его. Кать, ну я тебе... Что это не мое? Да это я так, просто картинку какую-то нашла. Посмотри в правый верхний угол, посмотри, Катя. Стой, не закрывай, в правый верхний угол посмотри. Это который в розыске, пацан. На картинке, узнаешь, типа? Так это даже номера не Сэма. Рафшан, сколько хочешь, брат? За 4,7, короче, забираю. Блядь, ну там я не вхожу за это. Вот сейчас ты меня зачем в такую позицию ставишь? Подожди, мне Сэм звонит. Да, брат. Потому что я копил. Сэм, подожди секунду, брат. Да, слушаю. Извините, что поздно позвонил. Да. Свободно, можете разговаривать? Да. Я насчет машины звоню.
насчет красного Ягуара. А, уже продается он. Девчонка покупает. Скажи, уже не продается. Уже не успели. А столько времени лежит на продаже. Ну, вот так вот, не успели. Ну вот, вы не вовремя, да, скажите вот так. Ладно, хорошо. Давайте, удачи. До свидания. До свидания. Конкуренция, блядь, народу. Блядь, за хуйня, почему, блядь, я на одном стриме на твоем показал. Мой брат, так что вот так. Ладно, кому машина уходит в итоге? Тебе.